Ну и в конце выпуска о спорте. Один из этапов Кубка Якутии по лыжным гонкам прошел в Алдане. Соревнования стали частью подготовки к республиканской спартакиаде по зимним видам спорта. Сколько участников вышло на старт, расскажет наш корреспондент Руслан Павлов. Генеральной репетицией перед третьей республиканской зимней спартакиадой назвали четвертый этап Кубка Якутии по лыжным гонкам, который прошел в Алдане в минувшие выходные. Более 200 участников вышли на старт. Взрослые спортсмены и школьники пробежали вольным и классическим стилями. Практически из 20 улусов заявлены спортсмены. И, конечно же, спартакиада налаживает свой след. Все готовятся к спартакиаде, и у нас участники не только дети, но и мужчины, мужчины-ветераны, все готовятся к спартакиаде. Центр подготовки лыжников по традиции принял участников соревнований в полной готовности трасс и инфраструктуры. Трасса подготовлена, трасса у нас соответствует всем международным стандартам, а вы все знаете, что она у нас сертифицирована, прошла гомологацию и выдали всероссийские сертификаты, так что у нас трасса соответствует всем международным, российским и мировым стандартам. Впрочем, преодолевать километры лыжни было непросто. 20-градусный мороз и ветер просто изматывали спринтеров. Тяжело? Очень. Почему? Дистанция небольшая. Да. Не знаю. Погода такая холодная. Победители и призеры определились по наилучшему времени, показанному на дистанциях. Они были награждены медалями и грамотами. А уже завтра Центр подготовки лыжников открывает республиканские соревнования по национальным видам спорта. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Дмитрий Залемин, НВК Саха, Алдан.